Чемпион Олимпийских игр, 8-кратный чемпион Европы, 8-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион СССР. И это про Юрия Власова. Юрий родился в 1935 году в Донецке, отучившись в 1953 году в Саратовском Суворовском училище. Через 4 года, в 1957 году, он становится мастером спорта. Ребят, хочу заметить, что у Арнольда Шварценеггера Юрий это был самый главный кумир, он им восхищался. Потому что он такие веса поднимал тяжелые и великие. Вот, и вы тоже, друзья, можете таким же стать. Главное работать с своими целями. Если что-то у вас не получается, значит нужно посмотреть себе. Себе посмотреть, что не получается. Нужно что-то исправлять. Нужно совершенствоваться. В течение жизни все вы должны совершенствоваться собой. Так что, друзья, тренируйтесь.